21 тысяча больных в крае. Данные последних дней. Вирус распространяется стремительно. Школы и сады закрываются на карантин. А в Барнауле машины скорой помощи не успевают на выезды. Жительница индустриального района, назовем ее Олеся, рассказала, что к ее мужу с температурой 39,5 неотложка ехала полтора часа. В 19.05 я позвонила в скорую, и вызов зафиксировали, а в 20.05 я повторно позвонила туда, мне сказали, что машина даже не выехала. А я спросила причину, они ответили, что вызовов много, машин нет. И время, когда ожидать скорую, мне тоже не назвали. В целом полтора часа мы ждали скорую. По словам Олеси, значительную задержку по времени врачи объяснили большим количеством вызовов. Якобы в этот день поступило около 1300 звонков, хотя машин в городе всего 70. И это недалеко от истины, пояснил нам сегодня заместитель главного врача скорой помощи по Барнаулу. Оказывается, полтора часа ожидания в пределах нормы. Норматив по скорой помощи, это не более 20 минут доезд. Норматив по неотложке в течение 2 часов. Это по законодательству. Количество бригад скорой помощи, которая работает чисто на город Барнаул. Город Барнаул примерно 670 тысяч населения, это 67 бригад. Одна общепрофильная выездная бригада на 10 тысяч населения тоже, со слов медиков, норма, которую Барнаул выполняет. Но в период распространения инфекции врачи вызывают значительно чаще. 1200 вызовов против обычных 800. Машины, как объяснили нам, не успевают даже заехать на станцию. Конечно, в первую очередь скорая помощь поедет на сердечный приступ, или без сознания человек упал, или там автодорожная травма, или там ножевое ранение. Конечно, все остальное отставляется, это в первую очередь. Число больных ОРВИ и гриппом растет, недалеко и до эпидемии. А это значит, что количество вызовов тоже будет расти, и полуторачасовая задержка не предел. Специалисты говорят, ускорить процесс можно. Если состояние резко ухудшилось, а бригада врачей не приехала, стоит еще раз позвонить 03 и сообщить об этом. Только тогда оператор, скорее всего, экстренно направит машину к вам. Андрей Дриер, Андрей Печоркин, наши новости.